Кирилловка 2020. Приветствую вас всех на канале «Дачный сезон. Круглый год». Многие мои подписчики знают, что мы ежегодно отдыхаем в таком курортном поселке, как Кирилловка. И я ежегодно выпускаю видео об этом. Этот, конечно, год специфический. Из-за карантина мы долго не знали, будет ли пляжный сезон, будет ли открыт доступ к Азовскому морю в Кирилловке. Я прослеживала очень много информации, и информации этой было много очень разной. И о том, что заливает Кирилловку, и о том, что ее заполонили медузы разных размеров и расцветок. Но все-таки, позвонив своим знакомым в Кирилловке, мы узнали, что сезон открыт, люди отдыхают, люди в масках нигде не ходят. То есть обычный пляжный сезон. И вот в середине августа мы приехали сюда, в Кирилловку, на знакомое старое место. И я вам скажу, что я очень довольна, что мы сюда приехали. Пляжи чистые, ухоженные. Вот где-то встречала видео, что пишут, что вот грязные пляжи, потому что сделали их бесплатными. Да глупость все это. Сколько лет мы ездим в Кирилловку, пляжи все в Кирилловке бесплатные. И спасибо Кирилловке за это. И пляжи всегда чистые. Вот смотрите, я снимаю сейчас сверху, с определенной высоты, потому что здесь пляжная зона ограничена таким вот как бы карьерным уступом из глины и песка. И пляжи ежеутренне убираются, и никто за эти пляжи не платит. Так что это все дело муниципальных властей, как они относятся к своим приезжающим отдыхающим. Вода в Кирилловке чистейшая, погода прекраснейшая. Отдых замечательный, потому что нет барж, нет промышленных кораблей, нет никаких судов, проходящих мимо, там торговых или там производящих что-то, или перевозящих грузы. Просто чисто место для отдыха, для релакса, для оздоровления. Прекрасная курортная Кирилловка. Мне часто пишут в комментариях, что вы снимаете о Кирилловке, разве это курорт, разве это отдых? Ну, смотря с чем сравнивать. Посмотрите, как много отдыхающих считают Кирилловку прекрасным местом для отдыха. Здесь можно и покататься на бананах, здесь можно и на водных мотоциклах покататься, и теплоход вас отвезет подальше в открытое море, и вы там получите бриз морской, такой более яркий, более настоящий. И зона обслуживания здесь очень хорошо развита. Много разных кафешек. Я это все, об этом всем рассказывала в предыдущих своих видео о Кирилловке. Ну а сейчас мы спустимся ближе к берегу и посмотрим, насколько же чистая вода, насколько же чистые пляжи и насколько же здесь много медуз. Еще раз повторюсь, что мы здесь находимся в середине августа. Может быть, в июне, может быть, в июле. Ситуация здесь другая. Я спорить об этом не буду, так как в эти месяцы я здесь не была. Но вот мы всегда сюда приезжаем в августе. И несмотря на то, что попадаются отдельные медузы, все-таки можно сказать, что вода чистая от медуз. Смотрите, сколько деток плавает. Смотрите, сколько взрослых плавает. Я сама очень не люблю плавать, когда где-то рядом плавают медузы. Не люблю такие моря. И в свое время я попадала на такие пляжи. И уходили мы от них, уезжали и больше туда не возвращались. Ну а это съемки раннего утра. Я вам просто хочу показать чистоту воды, чистоту пляжа. Насколько вода прозрачная. В этом году вода замечательная, очень теплая, очень чистая. И рыбочек, бычков, мальков довольно много. Вот смотрите, какой чистый пляж. Он ежеутренне убирается. А в районах, где базы отдыха или там какие-то гостиницы, его еще и грабельками расчесывают. А вот такая медуза. Да, она довольно крупная, но она в единичном экземпляре. Видите, рядом
Ничего нет. Это ошмотки каких-то разорванных, уже разодранных медуз. Об берег они разбиваются там. И вот они там лежат, постепенно превращаясь, как бы высыхая там и пропадая в песке. А вот какая чистейшая вода. И если вы присмотритесь, здесь очень много мальков, бычков. Вот говорят, бычки пропадают. Очень дорогие они стали уже в продаже. Консервы там из бычков, мороженые бычки. Раньше это вообще была такая бросовая рыба. А последние, ну, лет 5 все говорят о том, что бычки вымирают, бычки пропадают. И, соответственно, консервы из бычков сильно подорожали. Они сравнялись с сардиной, там, с сардинеллой, с скумбрией. Но в этом году я заметила очень много маленьких бычков. Будем надеяться, что через год-два они вырастут достойных крупных особей. Такая вот прозрачная чистая вода. Пока еще раннее утро. Людей на пляже еще мало. Так что советую всем бюджетникам, скажем так, у кого не так много денег, приезжайте в Кирилловку. Не знаю, за июнь, июль. Приезжайте в августе, как приезжаем мы. И если вы любите спокойный, расслабляющий отдых, то я думаю, что вам в Кирилловке понравится. Цены за жилье остались на уровне прошлого года. Продукты несколько, конечно, подорожали, ну как по всей Украине. Но все-таки еще можно приехать и пару недель отдохнуть на таком замечательном курорте, как Кирилловка. Всем вам желаю крепкого здоровья, всем вам желаю урожайных грядок, всем пока-пока, всем удачи. Ну а мы пока плещемся в теплых водах Азовского моря. Расскажите, приезжаете ли вы в Кирилловку на отдых, что вам здесь нравится, а что нет. Я буду с нетерпением ждать ваших комментариев. Всем пока-пока!